Не газон, а автостоянка. В 4 раза больше нарушений, связанных с парковкой машин на газонах, выявлено специалистами административно-технической инспекции в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А сумма штрафов, наложенных на нарушителей с января по апрель, более 230 тысяч рублей. Глава города Владимир Панов поставил задачу – усилить работу по ликвидации несанкционированных парковок на газонах. Фиксировать нарушения могут и горожане. Для этого необходимо прислать на электронный адрес АТИ фотографию госномера транспортного средства и само нарушение с отображением даты и времени съемки и указанием места. Для физического лица ответственность предусмотрена в виде штрафа от 2 до 4 тысяч рублей, а для должностного лица от 5 до 10 тысяч рублей. Если же машина зарегистрирована на юридическом лице, то ответственность там 36 до 60 тысяч рублей на юридическое лицо уже.